Я же не тупой, верно? У тебя нет денег, чтобы оплатить все, что стоит под капотом. Ты о чем говоришь? О том самом. О чем том самом? Всем привет, народ! С вами снова канал Донат Синий. Сегодня у нас по плану снять обзор на Mazda RX-7 Доминика Торетто. Но для начала будет рубрика «Комментарии» к предыдущему видео. Итак, наши многоуважаемые зрители пишут. Все неплохо, но вот только это Volkswagen Venta, а не Jetta. Ну и дальше такие же комментарии. Так вот, в фильме, который, я напомню, снимался в США, это была именно Jetta. А вот ее аналог, выпускаемый для Европы, это уже была Venta. И для России она тоже шла как Venta. И, возможно, вы спросите, в чем же у них разница? Да ни в чем, в названии. Просто мы снимали тачку как бы из Форсажа, поэтому мы и делали обзор на как бы Jetta. И если вы загуглите фразу «тачка Джесси из Форсажа», то вам выдаст вот такую вот информацию, что я считаю достаточно. Пользователь Dutch Well пишет, а бородатые и небритые ДПСники вообще бывают? Ну, бородатые, да, небритые, нет, что непонятно-то. Михаил Самарский пишет, перед съемкой могли бы и помыть, как чушки. И это очень интересно, потому что в ролике про Civic нам сказали, что у нас слишком чистые машины, поэтому они не выглядят настоящими. Вы-то уж сами определите, что вам надо. О, а вот и мой любимый комментарий. Павел К. пишет. Какая Jetta нахер? В Европе это Venta, а в Америке там все через жопу, один и тот же авто меняют название. В Германии были Jetta, но данная модель была Venta. Учи историю Volkswagen, прежде чем вести репортаж, и не делай других людей идиотами по своему незнанию. Ты чё, дебил? Где ты видел, чтобы двухлитровый мотор ставили на первые гольфы по заводу? Дурачок, что ли? Хуй, а не канал. Строит из себя знающего, а сам толку ни черта не знает, в машинах не шарит. Вы по сравнению с Дубровским Сейндикатом, отмечу Сейндикатом, Женьком и Мишей, курите в сторонке далеко и надолго. И вам никогда не создать такие масштабные крутые проекты, как у них. Поэтому у вас и подписчиков одни малолетки безграмотные. Поэтому у вас и подписчиков одни малолетки безграмотные. Ну да, собственно. Займитесь чем-то своим интересным, авто это не ваша тема. Может быть, вы крутые пельмени делаете? Тогда будут у вас подписчики, но однозначно не столько, сколько у Сейндиката. Так что поменьше громких фильмов смотрите и берите в аренду тачки из кино. Так вы не раскрутитесь в жизни. Сразу видно, что хотите привлечь внимание этим, но мне было неинтересно и слушать глупого чела. Продумать схему отступления, как выйти из игры. Такая идейка? Так нам надо в итоге тачки в аренду брать, чтобы раскрутиться в жизни? Или у нас наоборот тогда ничего не получится? А то мне нравится. Что за план? Не знаю, брат. Нужны еще тачки. Только на Дроме вы сможете найти столько машин, сколько вам нужно. Ведь здесь собрано более 500 тысяч объявлений о продаже авто. Отчет о полной истории автомобиля, отзывы реальных владельцев, фильтр продажа от собственника, функция «Отличная цена». Мясо. Всем этим погнали делать обзор. Вы точно найдете свой лучший автомобиль. Итак, это Mazda RX-7 Доминика Торетто из первого «Форсажа». И это достаточно интересная тачка, потому что это, по сути, единственная японка, на которой ездил Солярыч. Ну, кроме Honda Civic, на которой он еще грузовики грабил. А так он предпочитал американские маслкары. Это неудивительно, потому что роторный движок этой Mazda вряд ли бы вынес только последний гонок. Вот именно. Если ты, дорогой друг, не понял мою шутку, то я сейчас объясню. В эти Mazda устанавливался роторный двигатель 13B, который с завода уже выдавал 255 кобыл. Схема такого двигателя изображена на картинке. По сути, он представляет собой овал с вращающимся внутри ротором в виде треугольника. И вот в этих местах, которые называются апексами, идет постоянный контакт ротора с корпусом. И чтобы создать компрессию в этом двигателе, в эти апексы устанавливают графитовые уплотнители. И это самое слабое место этого двигателя, потому что они достаточно быстро стираются, и добро пожаловать на капиталку. Держишь, да? Давай! Поэтому, если вы решили купить такую Мазу с пробегом 100 тысяч километров, что в 2023 году в принципе нереально, то я вам искренне сочувствую. Но основную суть, я думаю, вы уловили. Такие вещи надо просто верить. Однако в этой тачке двигатель уже был перебран владельцем еще до съемок кино. Причем с установкой 3-миллиметровых уплотнителей, что дало возможность увеличить давление наддува. Поэтому бензиночу не о чем было волноваться. Красавец. Также в эту тачку был установлен буст-контроллер, доработана топливная система, установлен нулевик, перепускной клапан Blitz Super Sound. В общем, были сделаны все улучшения, доступные для того времени. Неплохой способ потратить 10 тысяч. Как я уже говорил ранее, кинокомпания Universal в своем фильме использовала уже готовые тюнингованные тачки. И эта Mazda была не исключением. А принадлежала она Киту Имото. Это один человек, если что. Изначально она была серого цвета, а внутри у нее был каркас безопасности и спортивное водительское сиденье. Но так как Вин Дизель с самого начала фильма пил очень много короны, то в это сиденье он не поместился, поэтому его пришлось выкинуть. Ну, в смысле сиденье.
По внешке здесь в основном использовалась фирма Wheelsight. Обвес, карбоновый спойлер. Причем этот обвес на самом деле имел действующие аэродинамические элементы. Но самая фишка в том, что задний бампер и кузов, они были выполнены как единое целое. То есть вы здесь нигде не увидите стыка. Все, у кого я спрашивал, говорили, что это сделано каким-то сращиванием элементов. Но на самом деле я не знаю, как это правда было сделано. Если вы знаете, напишите об этом в комментарии. Колеса здесь были тоже Wheelsight. А модели Andrew Racing FS, которые были 18-го, внимание, диаметра. Да-да, не радиуса, как я сказал в прошлом ролике. На самом деле я там просто оговорился, но зато вышел неплохой байт на комментарии. Также здесь была установлена подвеска Apex и T-Max с пружинами от Racing Beat, а переднюю оптику заменили на Ray AMMEA, что давало еще плюс 5 к ее аэродинамике. Короче говоря, во всей этой конфигурации машина выдавала где-то 305 лошадей, и из всех тачек Форсажа она была самая спортивная, в прямом понимании этого слова. С тюнингом, который улучшал эту тачку, а не делал из нее клоуна. Скажи, чувак, а? Естественно, эта машина в фильме была не одна. Было сделано еще 4 таких копии, все они были покрашены в ярко-красный цвет и обклеены вот такими вот наклейками с изображениями ракеты, летящей в космос. Видимо, полет в космос у них был запланирован уже тогда. Под пассажирским сиденьем располагалась система закиси азота, точнее ее имитация, собранная из сантехники и дайверского оборудования. И естественно, она никогда не работала. А вот этот блок вообще был сделан из дерева. Короче говоря, азота в ней никогда не было, и создатели фильма нам 20 лет врали. Ну а чтобы показать главную фишку этой тачки, мы сейчас поедем в самое антуражное место этого фильма, которое вы точно узнаете. Погнали! Кстати, а вот здесь снималась вступительная часть первого Форсажа, где Доминик с своей командой грабили фуры на трех Honda Civic. У нас на канале тоже есть ремейк этой сцены, где мы с Саней пытались повернуть тот же трюк. Если вы не видели, то посмотрите обязательно. Самый прикол, что здесь было задействовано буквально 500 метров дороги, то есть чтобы снять эту сцену, они ездили туда-обратно раз 50. Ну а пока вы смотрите, я все-таки хочу зайти на дром и посмотреть, сколько может стоить такая Mazda сейчас. 2500? 3 миллиона? Да я же сейчас заработаю. Все, что нам нужно, это взять СТС-ку, сфотографировать ее. И все, наше объявление со всеми параметрами машины добавлено на сайт. Все, что нам остается, это добавить несколько фоток и пару слов от себя. Кстати, тут есть интересная функция подписка, благодаря которой вы сможете отследить интересующую вас марку и модель и первым узнать обо всех новых объявлениях по вашему запросу. Так что качай дром и выбирай свою тачку. Тем более там сейчас скоро появится Toyota Supra, Dodge Charger. Ну, Charger точно тотальный будет. What's the secret I'm missing? Then I'ma come and get it. I'ma be in the middle where I love to be. So all my thugs, if you feel like I feel it, want a piece of the pretty pie, stick out your tongue and say I. Ну вот то самое место, о котором я говорил. Правда, здесь сейчас должно быть достаточно темно, но киношные прожектора и красиво подсвеченный фасад делают свое дело. Я считаю, что это достаточно культовое место, ведь именно здесь Доминика Брайан впервые забили на свою гонку. Именно здесь придумали ставить на кон тачку ценой 20 тысяч баксов, если нет 2000 наликом в кармане. И именно здесь я вам сейчас покажу главную фишку этой тачки. Готовы? Ну и какие же гонки без орущего на всю улицу музла? Мощная система от компании AMP способна вызвать такой заряд адреналина, что ты выиграешь все гонки на районе. Ты даже можешь припарковать свою тачку в гараже и добежать под музыку до дома, наслаждаясь потрясающим звучанием своей новой аудиосистемы. Звучит просто потрясающе. В общем, звук действительно классный. Чего не скажешь о звуке этой Mazda в фильме, потому что роторного двигателя вы здесь не услышите. Для озвучки этой Mazda была использована смесь первого и второго GZ-а, и сверху было навалено еще куча аудиоэффектов, как в принципе для озвучки остальных автомобилей в фильме. Жаль, конечно, что в первом Форсаже ей отвели так мало времени. После него она еще засветится во втором, там у нее, правда, уже были стоковые фары, совсем другие наклейки, и за рулем будет сидеть совсем другой гонщик. Это все мое! Правда, из-за того, что ни разу не пил корону Доминика, он даже маленький мостик перепрыгнуть не сможет. Педик. И все же, вы просто посмотрите на эту тачку. Ей уже почти 30 лет, но этот дизайн, он просто великолепный. Не знаю, мне очень нравится эта машина, и очень жалко, что она не получила продолжение своей истории в более новых частях Форсажа.
Кстати, в качестве бонуса я вам оставил ссылки на все вот эти вот локации, и вы можете зайти на Google карты и в режиме панорамы посмотреть, как все эти места выглядят сегодня. Там вот, например, в конце улицы находится большой торговый центр, и вот этот кадр, где съезжали все стритрейсеры, мы вживую уже больше никогда не увидим. Ну а на сегодня это все. Я надеюсь, вам понравилось это видео, потому что мы на него потратили реально много времени. Поэтому обязательно нас поддержите, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. С вами был канал Адоната Синема. Всем пока!